В Донецке начал работу русский центр. Находится он будет в здании местной научной библиотеки. Фонд «Русский мир», который открыл центр, передает ей больше тысячи книг. Это издание о России, ее истории, культуре, искусстве, а также учебники, справочники, образовательные аудио и видеоматериалы. В русском центре будут теперь проходить конференции, круглые столы, конкурсы, посвященные нашей стране. Итак, сегодня у нас исполнилось целых 10 лет русскому центру библиотеки имени Крупской. Сотрудничаем мы с русским центром с самого начала, с самого его возникновения и, можно сказать, даже раньше. Некоторых людей мы знаем, которые его организовали. Я представитель Союза писателей Донецкой Народной Республики. И скажу так, наш Союз писателей, ну не то, что не состоялся бы без русского центра, но свою роль это... Общение постоянное сыграло. Все презентации практически наших авторов первоначально проходят здесь, в русском центре. Желаю, чтобы когда-нибудь столетие русского центра отпраздновалось, процветать русскому центру. Желаю, чтобы он обогащал тех людей, которые здесь сюда приходят, которые здесь общаются, и давал авторам, которые здесь выступают, давал какой импульс для дальнейшего творчества. Поздравляю русский центр. Дорогие друзья, исполняется 10 лет русскому центру в Донецкой научной библиотеке имени Надежды Константиновны Крупской. Я думаю, что это достаточно хороший возраст. Желаю вам как можно больше посетителей. Я желаю вам хороших книг. Я желаю вам встреч с интересными людьми, например, со мной. Ну и со многими другими, кто идет вместе со мной в одной когорте. А вообще... Мне всегда приятно приходить к вам, всегда очень интересно, потому что у вас всегда самые новые, самые интересные, самые добрые книги. Счастья вам!